Ничего не могу сказать об этом пляже. Скучно. Лучше поехать домой. А что не помешало бы поехать домой? Пойдем раскладывать шмотки назад. Ура, мы едем домой. Едем. Ух, я дома. Стопэ, а что так темно? Ладно, пойду на свою работу. Где я? Мне надо возвращаться домой. Все-таки я передумала. Надо думать, как выбираться отсюда. Я не хочу никого убивать. Я не хочу ничего решать. Что это такое? Клок? Такой колючий какой-то. Нечего решать, я уже сказала все. Какая-то такая штука. Ой, она у меня течет. Что это такое?
кровь стекает с попа. Крови потеряла я немало. Но потом девочка вдруг упала в обморок. Потеряла она очень много крови. Но потом ее нашли и переместили в больницу. Итак, Кристина, на счет три ты проснешься. Раз, два, три. Просыпается. Так, надо срочно ее... Искусственное дыхание. Давай! Ты должна проснуться! Быстрее, просыпайся! Будильник же звонит, отключить! Ты должна проснуться. Должно пройти время. Тебе кто-то отрезал рот, ты потеряла очень много крови. А, ясно. Ну, тогда я пойду. Хорошо, иди, но будь осторожна в следующий раз. Хорошо. О, боже, как можно в ночь такую гулять? Где я теперь буду проживать? Так, ладно, надо взять себя в руки. Ладно, вперед. Это несложно. Всего один шаг. Как я здесь оказалась? Так, где я? Где я? Ребят, вы мне не подскажете, где я? Нет? Где я вообще? Ладно, придется выбираться. Что это? Меня ищут? Что тебя привело сюда, дитя? Уходи! Это мой дом! Я сказала тебе, если ты не уйдешь, то будет тебе плохо. Вот сейчас. Я жду ответа. Нет, я не уйду. Это мой дом. Твой дом? Не смеши меня. Тогда... Потом. Готовься! Походу дела, я победила. До свидания, малышка. Еще встретимся. Спасибо.
вот сообщение пришло. Что, Кристи умерла? Привет, дитя. Это все вы убили ее. Да, конечно, я дитя ее убила. Но зачем ты ее убила? Потому что она ворвалась в мой дом. Это была случайность. Вы бы посмотрели записи камеры на улице. О чем ты говоришь? Какие записи? Камер нет на улице. Еще как есть. Она просто по какой-то причине шла в какой-то кустик или ко мне хотя бы поспать. Она нечаянно провалилась в вашу дыру. Мне пофиг, куда она провалилась. Ужасное дерьмо. Ужасная ведьма. Что ты про меня там сказал? Я ведьма? Да. Тогда готовься. Чет. Ты не как... Скажи спасибо мне, что ты умрешь. Да выпустите вы меня уже. Нет, не выпущу. Это все ты виноват. Ты! Теперь... Гори в аду. Что? Нет. Что ты сделала? Купец! Гори в аду! Милки! Чё? Нет! Я не позволю! Нет! Хотя нет, я знаю, чего ты добиваешься. Теперь ты не сможешь меня убить. Больше хвастайся. Что ты наделала? Где мои крылья? А теперь гори в аду. Нет! Нет, не буду гореть в аду. Убей! Нет! Нет! Ха-ха! Бу-га-га, бу-га-га, бу-га-гашеньки, ба-га-га. Облачная стая! Итак, надо будет... Что это за странное место? Подпи...
подписчики мои дорогие, не подскажете вы мне, где я? Что это такое? Что это было? Пью! Ну почему я всегда заикаюсь, когда вижу ее? Мы же уже пара с ней, парочка. Ой. Где я? Он тут в каком-то заброшенном замке. Котики. Чего это такое? Нет, это Спайдермен. Так, если это какая-то шутка, то мне это не нравится. Мали, обещание. Молиться. Так, сестры, ау, где? Я вернулась. Продукты принесла полезные. Вот, так, кто-то звонит, минуточку. Как умерли? Почему? За что к вам мир так жесток? За что? Ладно, хватит. Нет, мне не понравилось. Мешать мне. Следующим будешь ты! Продолжение будет, когда наберется хоть 15 или 5 лайков. Не, 15. Когда наберется... Нет, 10. Я уже совсем не думаю о возвращении. В общем, когда наберется 10 лайков на этом видео, будет продолжение. Я не знаю, что в следующий раз со мной будет. Но пока что мне страшно. Помогите, пожалуйста. Поставьте лайк над этим видео и подпишитесь на канал Апельсинчик ТВ. Она выпускает видео. Если вы мне не поможете, то вся моя семья погибнет. Сестры, парень и все семейство. И мне не на чем будет жить. Пожалуйста, помогите. Спасибо за поддержку. Всем пока.